я сходил в конец пляжа и нашел там ресторанчик. Это, наверное, ресторанчик, я не знаю, ресторанчик при отеле. Но мне сказали, что можно покушать и не будучи постояльцем отеля. Ну, в принципе, я посмотрел цены, вроде-таки более-менее. Мы подошли к ресторанчику. Вот этот зеленый холл, который упирается в пляж. Вон там наверху такой валун, такой вода. Мне нравятся эти камни красивые. И вот кафешечка. Зайдем. Вот мы сели на самом выходе. Или входе. Ну, короче, главное, что ближе к океану. Ярьке принесли он детское меню с разукрашкой и карандаши. Также он принесли булки нам свежие. Ярька уже сразу хомяч. Да, вкусно? Да. Кстати, детское меню мы посмотрели. И какие-то соусы. Благостное такое настроение. Чуть-чуть шумит океан. Красота. Так, бургер есть, потом рыба с чипсами. Это детское меню. И паста. И десерт идет, мороженое. Ну что, нам принесли первую нашу еду. Тёмик заказал чикен карри. И принесли пиццу. 200 рупий. 200 рупий. Карри креольское. Креольское блюдо. Еще я заказал пицца. Именно попробовать национальное блюдо. Сок. Фреш из экзотических фруктов. Яречки вон. Молочный коктейль. Он уже вот таких две булочки съел. Вот такой приносит мешочек с булочками разными. С кунжутом, с орешками. И пицца. 175. Да, пицца большая. Довольно-таки. Я жду еще свое блюдо. Такое интересное блюдо. Имеет такой островатый вкус, но не острый. Я острый не люблю, а вот это такое, пикантность. Суши принесли. Овощи малышки, вон, смотрите, овощи, маленькая кукуруза. Да. И вот это такая. И шпажку. Шашлычок. Да. Из морепродуктов. И вот, тоже десерт такой. Мне понравилось вот это вот, пюре такое. Угу. Что оно, я так и не понял. Вернусь к своему блюду. Видно, что это такое блюдо национальное, потому что, ну, вкус, ну, я такого не пробовал, нигде. Рис вкусный, и вот еще мне понравилось вот это, какое-то пюре, из чего, непонятно. Но... Мы покушали, как бывает, не рассчитали свои силы, объелись, а я еще не покушал, он доедает шоколад, вернее, шоколадное мороженое. Очень было все вкусно, как бы, не знаю, мне понравилось, было вкусно, Ксюше тоже, много, приличные порции, ну, в принципе, цены, ну, могу сказать, за такой обед, вот, например, в той же Ницце мы поддали бы гораздо больше. Я заказала ребрышки свиные на гриле с салатом, и тут еще, наверное, карамелизованный лук. И овощи на гриле, вот еще всякие цукини, кукурузка, вот это лучок, и тут пластинка из ребрышки. Будет вкусно. Ксюша не сказала, что мы находимся в ресторане Paradise на пляже Ансвольберг, в котором мы были в прошлый раз, нам тут понравилось. Да, приемлемые цены, вкусная еда, большие порции. Яречка уже съел мороженое, выпил коктейль и ест вкусную булочку, которые тут идут в дополнение. Такой шапочек. Поварской шапочки, колпачке. Теплые, свежие. И еще приносят соус. Повар, да. А я взял себе сэндвич Paradise. С кетчупом, картофелем фри и с немножко салатиком. Все, приятного аппетита. Мы наплавались, нагулялись, пришли в наш полюбившийся бар, ресторан, кафе Paradise. Но тут до 3 часов подает ланч. То есть Ксюша осталась без свиных ребрышек, мы без пиццы. Нас отправили в снэк-бар. Мы заказали бургеры, сэндвичи, напитки,
мороженое, да? Сейчас Яричка покушает бургер. Да. И будет тогда вкусняшка. То ты проголодался, да? Ну вот. Вот. Но нет худа без добра. Зато у нас тут такие креслица около бара. Столик маленький. Удобные такие кресла, в которых даже поспать можно. И, конечно же, офигительный вид побережья Индийского океана. Я рада, что мы попали на снэк. Обед, потому что мне так это место понравилось, хотелось еще раз побывать. Ну вот, видишь, побывал. Thank you very much. Принесли бутылочку вина, полотенчик, и все как надо, показали сначала. Тёмик со знающим видом утвердительно кивнул, после этого его стали открывать, открыли. Потом Тёмик налили в бокал для дегустации, он поболтал, понюхал, букет раскрылся, кивнул головой. И тогда начали наливать все. Первый раз мы попадаем на такую подачу, да? Нам принесли бургеры, такой мощный, сочный, как говорит Тимати. На гриле пожаренный картофель. А Яричке он какие-то шаурма какая-то маленькая, да? Покажи. Чикен-бургер. А вот такой. Яричка сейчас будет кушать и картошку. Все, приятного аппетита.